Всем привет. Сегодня мы играем с вами в Total Lockdown. Давно не играл в нее. Давно не играл, ничего не слышал. Брутальные штуки можно найти. Даже интересно, в магазине, на этаже, как она выглядит нынче. Что нового? Что старого? Кстати, тут я когда заходил, обновление было очень большое таки. О, там люди есть. Давайте застрелим их. Ой. Ага, совсем. Я под огнем! Я under attack. Правда, у меня нет оружия никакого, чтобы стрелять. Ой. У меня полная. Уже по мне стрелять со всех этажей. И не попасть, да, пидор? О, нормально. Молодец, мужик. Стреляешь прям как я. Самое главное, это стрелять как я. Так. Стелс пятерочку надо. А вдруг я сейчас всю игру, блядь. Ой, там бегают. Обдумывайте каждый шаг. Никуда не торопитесь. Нельзя опоздать на собственные похороны. О, дубинка — это самое святое. Еще жива. Я нашел много патрон и оружия. О, теперь я могу стрелять. У меня есть 50 патрон. Какие патроны мне нужны? Нужны вот такие вот. Потом у меня синенькие. Причем снарядить, конечно, давай. Это 1.75. Это у нас 1.75, то лучше, чем было, правда же? Так, будем играть осторожно. Пью, 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 по всем пью. Я даже не знаю, что это за оружие у меня тут такое интересное. Это у меня... нормально. Нормально. О, е. Нормально, вообще, вообще дело пошло, я че. Теперь у меня есть автомат Калашникова. Кажется, игра начинается. Или заканчивается, я еще не решил. Рассказывайте, как у вас дела? Настроение? Что нового в вашей жизни? Магазин открылся на этаже номер 11. А я нахожусь на этаже номер 6. Пью, пью. Радар покажет всех. О, на моем этаже никого нет. Хорошо. Все, здесь патрончики есть, здесь патрончики есть. Я прям залутался. Че я должен сам это все делать? Че он не одевается? Меня бесит это. О, тут даже АКМ у меня не... с глушителем. Я серьезен и опасен. А вы играете в эту игру? Типа, тут все этажи видно. Сижу такой, знаете, спереди смотрю все этажи. А сзади просто такая толпень. Блин, муниционная не сужается, вот... Смысл мне? Смысл что-то делать, если зона не сужается? Нужна карточка. Можно добыть карточку. Все затишье. Чувствуете, да? Поначалу все двигались, двигались. Теперь все... О, портфель. О, шлем. Кстати, где-то бегают. Это медицинский отсек. Раньше здесь лечили, а теперь калечат.
Забавно. Это сужение зоны. Давайте зону мне. Куда мне идти, пожалуйста? Ага. Так, что у меня есть? У меня есть шлем. Мне нужна броня. Да ладно, похуй, что сидеть-то? Как говорится. Если кого встречу, так встречу, что нет. О, кажется, там наверху кто-то был. Вон там. Брутальные штуки можно найти в магазине на этаже номер 5. В нашем небоскребе люди умирают постоянно. О, тихо. Ой, еще один. Этот стал жертвой барсучка. Увидели? Время делать ноги. Радар включен. А что самое интересное, там же чувак пробежал. А что он не отметил, что там кто-то есть? Да. Подозрительная хуйня. Подозрительная нездоровая хуйня. Так. Давайте посмотрим, что вот это такое вот. Техника дает ощутимое вот преимущество. Щиты, сенсоры, голограммы помогут вам победить. Повещает о врага, который попал в зону его действия. В здании осталось 10 бойцов. И у них достаточно времени, чтобы выяснить, кто достоин победы. Че эту хуйню поставить нигде не могу? Интересно. 10 бойцев. О, видите? О, кажется, кое-кто вышел из себя. 10 убийств подряд. Мне это нравится. Нормально, да? Смотрите, я попал в топ 10, сидя в одном месте. Я молодец. О, нам вниз надо. Пойдемте вниз занимать позиции, пока не поздно. Брутальные штуки можно найти в магазине на этаже номер 1. Здоровье. Это странно стреляет, да? Вместе с ним закончится. Время делать ноги. Я под огнем! Я под огнем! Я under attack! Всем похер, правда, где я. О, как-то, какая-то странная стрельба в этой игре, правда? Вы не замечали такого? Блять, все равно кнопки путаю. Перетащить можно. О, так, наверное, лучше. Так привычней. Ку. Вот это я чихнул. От души. Кстати, эти хрени, что я понабирал вот эти вот. Я их так и не могу нигде поставить. Видимо, я просто не там ставлю. О, вот это я чихнул. От души, как говорится. Надо вниз бежать. Пока не поздно. Шлем, хулем. Гранатка. Автоматик, хуятик. Как вниз-то спуститься, нахуй? Это вверх подняться.
первом этаже? Или не настолько на первом? Нельзя в шкафу закрыться. Ой, ебать. Вот, идеальное место. Идеальное место, смотрите. Мы в шкафу. Знаете, как говорят, не любят кемперов. А если ты стрелять не умеешь? Ой, я чувака убил, прикиньте. От страха, правда. Нормально. У него есть хилка. Хилка есть, мужик? Ну хилка. Ну броник есть. А хилки нет. Хилка есть. Реалити-шоу, как и напитки, бывают с газом и без. Вам не повезло. Бегите. Отлично. Мне кажется, это идеальная игра. Давайте на девяточку найдем. Подхилимся. О, фулл хп, нормально. А че еще можно юзнуть? А, я не в зоне. Через 5 секунд еще пить начнет. Блять. Так, автомат же в руках, да? Ах уж твари, там закрылись нахуй. Если вы хотите отстрелить кому-нибудь голову с безопасной дистанции. Вижу противника! Я под огнем! Сука. Один живых, прикиньте, мы друг друга замочили. Мы были лучше. Игра, конечно, упорная. Стрелять только... С нее только и стрелять. Ну вы сами все видели. Топ-3. Всем спасибо всем. А что за награда? Вот. Тоже медальку получил. Я молодец. А что не показали, сколько я убил? Наверное, первым меню показывали. Ладно, всем спасибо, всем до свидания, всем пока.